Министр экологии, геологии и природных ресурсов с рабочим визитом посетил Темиртау и проверил, как металлургический комбинат справляется с обещанием улучшить состояние окружающей среды региона. Меморандум, который мы подписали с компанией в прошлом году, он долгосрочный. Ну или вернее среднесрочный, он у нас подписан на 3-4 года, поэтому мы не должны просто взять, подписать и потом прийти через 3-4 года. Поэтому мы будем вот такие вот визиты регулярно сюда практиковать. Градообразующее предприятие взяло на себя обязательство модернизировать производство, перейти на современное оборудование и к 2024 году снизить на 30% количество вредных выбросов в атмосферу, а также высадить вокруг города зеленый пояс из 500 000 деревьев. COVID has not really impacted the ecological projects. Коронавирус не сильно отразился на выполнении экологических проектов, несмотря на задержки в пару-тройку месяцев. Мы все видели, что работа над строительством самого большого фильтра на аквапроизводстве продолжается. У нас есть проблемы с тем, чтобы привести технологических экспертов из-за границы в Казахстан. Мы используем самые современные технологии в мире, чтобы контролировать эти работы удаленно. Я могу с уверенностью сказать, что мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять экологические проекты. Магзум Мирзагалиев пообещал, что природоохранные мероприятия, реализуемые компаниями-загрязнителями, станут достоянием общественности. Предприятия будут регулярно отчитываться о выполнении каждой поставленной перед ними задачи. Екатерина Чеснокова, Маргарита Ущиповская, новости Темиртау.